мы вышли для движения вокруг Кайлаша, совершаем Кхору. Вот эта тропинка, мы идем уже, наверное, полчаса, не так давно. Пока тропинка более-менее плоская. Главное, мы собираемся обойти 58 километров за 3 дня. У нас есть носильщики, носильщицы, женщин много, среди носильщиц. Ну и вся наша группа, которая уже немножко растянулась. Тибетцы, в основном тибетки почему-то несут наш багаж, хоть мы и не хотели. Давайте у женщин, тем не менее, здесь, видимо, так принято. Женщины работают наравне с мужчинами, носильщики. Ну и сами идем налегке. Это тибетцы при этом курят, несмотря на то, что высота около 4000 метров. Разговаривают, хотя разговаривать во время движения очень тяжело. И при этом, совершенно не задыхаясь, бегут впереди всех. Мы же, при том, что у нас нет груза, идем медленнее. Ну, в любом случае, это простительно, наверное, потому что первый раз. Вас звук записывает? Да. Стало жарко. И вот так мы будем идти 3 дня. Вернемся обратно в Дарчин. Это закончится наша Кхора.